Добро пожаловать на канал, дорогие друзья! Сегодня приготовлю очень вкусную жареную куриную печень. Наверное, многие знают, что слегка прожаренная печень быстро восстанавливает и улучшает состав крови. И поэтому врачи особенно рекомендуют ее употреблять при некоторых заболеваниях, связанных с потерей крови или ухудшением ее состава. Перед тепловой обработкой необходимо промыть куриную печень холодной водой и снять с нее пленку. Куриная печень будет намного вкуснее и улучшит свои вкусовые качества, если перед обжариванием ее подержать 2-3 часа в молоке. Каждый кусочек печени нужно хорошо обвалять в муке со всех сторон. Чтобы куриная печень получилась сочной и не сухой, ее не нужно долго обжаривать. Приблизительно нужно обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Чтобы печень не потеряла свою сочность во время обжаривания, ее солить необходимо в самом конце. Куриная печень получается особенно вкусной, если ее подавать с обжаренным луком. Вот такая получилась готовая печень. Хорошо видно, что она сочная, не пережаренная. Друзья, подписывайтесь на канал, будет много вкусных рецептов и полезных советов.